Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Гульбанам Куанышева, город Павлодар. У меня был тромбоз, у меня диагноз тромбоз глаз, глазных вен слева. Практически глаз не видел. Обратилась, как всегда, в традиционную медицину. Назначили дорогие уколы, принимала их 3 месяца. Потом у меня была лазеротерапия. В общем, я лечилась по медицине 1/2. Результатов я не получилась. Потом познакомилась с компанией Global Trend. Начала принимать бальзамы Perfecta Lux и Vitality Lux. Через месяц буквально у меня открылся глаз, чему я очень рада. На сегодняшний день у меня глаз открылся, различаю силуэты, вижу лица, предметы. Поэтому для меня это очень большой шаг.